К процессу тюнингу надо подходить очень щепетильно, продумывать каждую деталь, каждую мелочь, потому что она может повлиять на конечный результат и, естественно, на эмоции владельца и на его отношение к тюнинг-ателье, в котором был его автомобиль. Поэтому мы стараемся учесть все возможные пожелания владельца и обсудить с ним все вопросы перед тем, как начинается тюнинг выхлопа. Здесь, на этой Audi, вместе с владельцем мы пришли к тому, что у него есть определенный бюджет, за рамки которого мы не можем выйти. С другой же стороны, он хочет поставить себе черные насадки и сделать выхлоп на две стороны, так называемую разводку. Собственно, мы обсудили с ним бюджет, обсудили сроки, обсудили материал, из которого будет изготовлен, и объем работ по выхлопу. В итоге у нас получилась отличная работа, которую мы сейчас услышим, и довольный клиент. Это наш индивидуальный подход, который мы стараемся проецировать на всех клиентов, которые приезжают к нам. Если хочешь прокачать выхлопную систему на своем автомобиле, напиши, либо позвони нам, и мы бесплатно проконсультируем по всем вариантам, которые возможны на твой авто. А с вами был Игорь и Ультравыхлоп. На связи.